Опять у меня сработала, включилась пилорама на улице средь бела дня, и поэтому пришлось закрыть окошки. Всем привет, ребятушки, с вами Юранг, и мы продолжаем прохождение Medal of Honor на первой PlayStation, или Медаль за отвагу. Мы с вами продолжаем, и на этот раз мы с вами взяли также противогаз производства горчичного газа. Горчичного, слово горчица, что ли? Невероятно, наши самые страшные опасения подтвердились. Мюллер превратил Шмертен секретный завод по производству ядовитого газа. Вы, наверное, были шокированы, когда прочитали его приказы персоналу и поняли, что тут происходит. Совершенно новый, еще более опасный вид горчичного газа производится здесь, как череда попыток повышать армии союзников пересечь немецкую границу. Полковник всегда жаждал повторить террор горчичным газом, который применяли в Первой мировой войне. Так тогда это был хлор, вообще-то. Хлор, а не горчичный газ, что за бред. Некоторые из близких доверенных лиц полковника даже стали склоняться к мысли, что немного помешался. Свой личный опыт, я знаю, что он злой, больной человек. Но мне никогда не приходило в голову, как далеко он мог зайти. Вот для чего ему понадобится бомбардировщик «Стука». Он планирует сбросить газ прямо на голову наших войск. Ваша задача — обернуть это ужасное оружие против них самих. Проберитесь на нижний уровень и откройте оба главных вентиля. Тогда этилен и хлорид серы попадет в вентиляционную систему форта. Когда эти два компонента смешаются, форт Шмертен превратится в могилу. Самое главное, чтобы мы вместе с ним в могилу в эту не превратились. Ностальгия продолжается. Итак, ребятушки, мы с вами продолжаем гасить фашиков и угорать. Итак. Опа. Здорово. Ух ты какой, смотри, красавчик. Противогазики. А чё не все-то из вас противогазик? Ты чё, надень противогаз, братан? Кто-то меня обходит сзади. А, все в противогазах, походу. Ну-ка. Вы чё, ребята? Всё, закашлялся, потому что меньше курить надо было. Понял ты, я тебе так скажу. Здрасте. До свидули. Морда противогазная. Всё. Обобрали, все забрали. Гренки, ящички. Трубы тут у нас с вами, смотри, какие проходят. Опачки! Как тебе под пяточку такое? Ты что-то не попутал или часом, я тебе скажу? Опа! Все, масочка твоя слетела с лица твоего. На! Там мы тебя и похоронили. Прямо возле ящичков-то. На! Тебе не жарко в такой шубе-то, братан? Противогаз-то еще ладно напялил. Ты туда стреляешь? Я здесь. Проснись и пой. Вас обокрали. О! Гренка! Ну-ка. Хорош! Спасибо, братан! Видишь, как выручают нас с тобою. Сами же враги сами себя и убивают. Они, наверное, с ним враждовали. В армейке. На! Опа! Следующий. Чё там, прилег отдохнуть? Ну, отдыхай, братан. Давай, на расслабоне. Правильно, так и надо. Ну-ка. О, хорош! Нормально, нормально. Молодец, молодец. Ами! Здорово! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Всё. И у нас что такое? Красные лампочки. Давай, братан. Оп! Все, закашлялся. На! Хлорид натрия. Куда ты? Жопу не подставляй. Говорила же бабушка. Опачки! Куда это ты такой? Что там удумал, задумал? Все. Так, аптечка, забираем это мы себе. Ну-ка. Бах! Давайте, ребята. О, какая высота-то здесь большая. Ты что-то немного ли... Опа! Отдыхай, братишка! Хорош. Смотри, своих спас. Ну, у вас прям... Я как погляжу. Заступник. Решил вас всех спасти, набросившись на гранату. Ценой своей жизни никчемной. Так. Не надо, братан, не надо таких нам тут своих этих. Выпендрёжных дельничков.
Гренку достает Варя, раз из кармана достал такое свое. Из широких штанин, так сказать. Тихо. Братишки. Ой-ой-ой-ой. Тихо, под пятку все кинул. Давайте, ребята. Опа, хорош. К своему прям, смотри, под ноги кинул. Бам! Ты чё такое, слышь? Ты вы чё творите, ребята? Давайте будем добрее друг к другу. Я к вам в гости по-доброму пришел, вижу сквозь текстуру его. Опа! Здорово. Ты чё здесь запутался? Запутался, кого ищешь, не меня? На! Минус два. Командос. Этилен открыт. Ты куда? Опа. На. Давай, братишка. Не бушуй, не буянь здесь. Ты чё, куда собрался? Я тебя не звал к себе в гости. Оп! Минус противогазик. Сняли. Тихо, Гренка. Опа, хорош. Спрятался, так и спрятался, прям от души. Ты куда? Хорош вообще, не могу, ребят. Просто угораю, просто разрываю вообще. На, оп. Тихо. Скок, поскок. Все. Давай перезарядимся. Сейчас мы, ну-ка. Эть. Хорош. На! На! Покатились, полетели. Так, по лесенке. Выход. Ты чё? Всё. Там есть кто? Никого нет. Ну ладно. А пока что не заканчиваем, так как у нас с вами всего лишь 7 минут, ребятушки, поэтому мы с вами идем и движемся дальше. А, нет, заканчиваем, потому что у нас с вами это была финальная серия. Именно в плане данной миссии. О! Ну еще бы. А эти все обломались. Великолепно, 3 звезды. Нападающий. Нам с вами дали такое звание. Пока что на этом давайте закончим, ребятушки, потому что это была финальная, именно, скажем так, миссия. Именно с фортом связаны, поэтому с вами продолжим в следующей серии. А пока что это все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся. Не переключайтесь. Будет много всего крутого и интересного. С вами был Ашуранка. И пока-пока, ребятушки. До новых встреч.